Всем привет! С вами Александр Черкашин. Расскажу вам сегодня, почему нужно оцифровывать старые видеокассеты. Видеокассеты ВХС еще с 90-х годов эксплуатировались на видеомагнитофонах. Также есть кассеты мини-DV. Есть еще другие разновидности кассет. Если их не оцифровывать, они просто портятся. Эти кассеты портятся и выходят из строя. И эти видеозаписи никогда уже невозможно будет сохранить. Что значит оцифровка? Это когда из ленточной кассеты видеозапись воспроизводится и потом переносится на цифровой носитель, будь то флешка, либо жесткий диск. Для этого необходимо специальное оборудование. И, конечно же, опыт. Надо уметь обращаться и знать форматы видео и какие бывают носители видео. Сейчас покажу пример, если вовремя не оцифровать такие кассеты, что происходит. Со временем пленка размагничивается и получается вот такое видео на выходе. Конечно, с этой видеозаписи уже ничего никогда не сделать. Что характерно, кассеты типа мини-DV выходят из строя намного быстрее, чем старые кассеты ВХС. Из-за чего они могут выйти из строя? Допустим, они лежали возле какого-то магнита. И, конечно же, такие кассеты уже все, они потеряны и они попадают сюда, в эту корзину. А вот видеокассета, которая еще хорошо воспроизводится. Можно, конечно, оцифровать кассеты и самому. Для этого установить программу, взять устройство, которое воспроизведет эту кассету, и какую-то попробовать монтажную программу, чтобы вытянуть звук, что-то сделать. Но я все-таки рекомендую обратиться в этом случае к профессионалам. Они действительно вытянут из вашей видеозаписи все, что возможно, и сделают все, что возможно, чтобы вашу кассету оцифровать. Поэтому я всем рекомендую, у кого есть такие старые видеокассеты, в ближайшее время их оцифровать и сохранить память и те видеосъемки, которые на них записаны, навсегда. С вами был Александр Черкашин. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!